как американским орлам из Дельты подрезали когти. 24 июня 2019 года военно-промышленный курьер как американским орлам из Дельты подрезали когти. Полный провал операции США в Иране приказ Трампа об ударе по Ирану, отмененный за 10 минут до чай СЧ, вызвал массу комментариев, в США в первую очередь. Но за океаном предпочитают не вспоминать, что у Пентагона был опыт применения военной силы против Исламской Республики полезно обратиться к нему на фоне событий, разворачивающихся сегодня вокруг Ирана и на Большом Ближнем Востоке в целом. После свержения шахского режима отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились. 4 ноября 1979 года группа иранских студентов-адептов духовного лидера иранской революции Айтола Хамени, поддержанные правительством, захватила американское посольство в Тегеране. 53 сотрудника удерживались в заложниках. Это было сделано с объяснением, посольство стало гнездом шпионажа против Иранной Исламской революции. Опубликованные поздние документы, захваченные в депредставительстве, подтвердили, что так и было. Студенты требовали от США выдачи бывшего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, вместе с семьей монарх покинул страну, и возвращение награбленных богатств. Размещенных в банках Запада угрозы американского газдепа не помогли. И США решили освободить заложников силой, задействовав группы спецназа Дельта Форс в обиходе Дельта. Помимо спасения американских агентов и дипломатов, задержанных в посольстве США в Тегеране, важно было восстановить подмоченный имидж Вашингтона. 22 марта 1980 года президент Джимми Картер одобрил проведение спецоперации, получившей кодовое наименование Арлины Коготь Игл Claw Для ее выполнения свидетельствовал Сбигнев Бжезинский. Мы заручились великодушным сотрудничеством одной дружественной страны, и уже без ее ведома обеспечили сотрудничество кое-каких стран в этом районе исполнителями определили отряд команду с дельта под руководством ветерана вьетнамской войны полковника Чарльза Биквита и создававшееся тогда в строгой секретности вертолетное спецподразделение 160 ⁇ Ночные охотники ⁇ под командованием полковника ВВС Дейна Кайла. Спецподразделение 160 было оснащено новейшими вертолетами Little Bird i-mh 6m Little Bird сверхскоростными, маневренными и малошумными. Личный состав сформировали из опытных пилотов и добровольцев. Медаль Конгресса в случае успеха. Военно-транспортные самолеты «Геркулес С-130» в сопровождении вертолетов должны были доставить отряд «Командос» в район ночной дозаправки горючим в пустыне дешти кивир Далее группу «Дельта» планировалось перебросить вертолетами в район ожидания пустыни 2 у заброшенных соляных копий в 50 милях от Тегерана. По замыслу операции. Спецназовцы, переждав день в укрытиях, ночью направляются к цели, переодетые в гражданскую одежду, на машинах, которые предоставят американские агенты, заранее направленные в Иран. Достигнув посольства, командос уничтожают охрану и освобождают заложников. Вертолеты для эвакуации военно-транспортные RH-53D Систалион, Морские жеребцы, приземляются на территории посольства или на ближайшем стадионе. Они перебрасывают спецназовцев и заложников на заброшенный аэродром Манзария, Мандерей. который к тому времени уже захвачен и удерживается другим отрядом рейнджеров. Туда, примерно в 50 милях к югу от Тегерана, садятся военно-транспортные самолеты С-141, которые вывозят всех на авиабазу в Египет под прикрытием палубных истребителей ВМС США. План операции «Орлины коготь», рассекреченный уже в этом веке, осложнялся длительностью, многоэтапностью и необходимостью действовать в крупном городе. Подготовка заняла всю зиму 1980 года. Учения и тренировки проходили в пустынной местности в штате Юта, где погодные условия и ландшафт схожи с Дештики Вир. Американцев консультировали специи из западногерманской разведки, израильской массаты английской САС. В середине апреля биквид, еще с Вьетнамской войны, широко известный в узких кругах профессионалов, как атакующий Чарли и Кайла, отрапортовали председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Джонсу о готовности. Но! Как стало известно позже, руководители операции не доложили наверх о том, что мартовские контрольные учения показали полное отсутствие профессиональной выучки в вертолетном подразделении. На итоговых ночных прикидках вертолеты приземлились в миле друг от друга. Но Бикета и Кайла уже принял в Белом доме Джимми Картер, торжественно пообещав, Америка по достоинству оценит ваш подвиг. Каждый участник будет награжден высшей наградой страны почетной медалью у Конгресса. Операция началась 24 апреля. Предварительная эскадрилья С-130 была переброшена в Египет под предлогом участия в совместных учениях. После дозаправки на острове Массира эскадрилья Геркулесов в темноте пересекла Аманский залив. В это же время с палубы находившегося там немеца вылетели восемь морских жеребцов. Для проведения операции достаточно было двух вертолетов RH 53D, рассчитанных на 50 человек. Но с учетом заключения о низкой выучке вертолетчиков Беквит решил перестраховаться. Итак, 24 апреля Геркулесы и вертолеты с 90 спецназовцами на борту пересекли государственную границу Ирана. С юга вторгшуюся воздушную группировку прикрывало большое количество других воздушных средств в том числе и радиоэлектронного противодействия. После шестичасового перелета примерно в 400 километрах от иранской столицы самолеты и вертолеты, уже над пустыней Дештикивир, попали в песчаную бурю. По плану операции была предусмотрена дозаправка на земле тех пяти жеребцов, которым предстояло перебросить командос в пустыню двух. Но гладко было на бумаге, то есть на карте. В ЦРУ допустили явную ошибку при выборе площадки пустыни-1. Она оказалась рядом с действующим шоссе. Вскоре участники операции увидели огни автомобильных фар. Командос решили, что это иранские солдаты. Оказалось рейсовый автобус с 40 пассажирами. Стало ясно, факторы внезапности и скрытности утрачены. Запросили Вашингтон, что делать с иранцами. Получили ответ. Всех погрузить в Геркулес и вывести. В ЦРУ допустили явную ошибку. Площадка оказалась рядом с действующим шоссе «Солдаты Бога против Командос» после заправки один из вертолетов, взлетев в облаке пыли, врезался в Геркулейс воздушный заправщик. Раздался взрыв. Обе машины вспыхнули. Все топливо для операции сгорело. Рвались боеприпасы. Началась паника. Группе Командос показалось, что началась атака иранцев. Они открыли беспорядочный огонь. В суматохе вертолетчики побросали свои машины. В кабинах остались карты, шифры, таблицы, новейшее оборудование, тысячные суммы в долларах и реалах. Найденные иранцами секретные документы позволили им арестовать действовавших в стране агентов. Уцелевшие вертолеты были переданы национальным ВВС. Бикету и Кайлу ничего не оставалось, как отдать приказ убираться из проклятой пустыни, бросаем все, загружаемся в Геркулесы и сматываемся. Полковники к тому же нарушили устав, не ликвидировав оставшиеся вертолеты. Когда группа поднялась в воздух, на земле остались пять жеребцов и восемь птичек. Операция орлины коготь» обошлась США в 150 миллионов долларов и 8 погибших GI. 6 мая 1980 года президент Картер приказал объявить в стране траур по погибшим парням из их сослуживцев 5 октября 1981 года уже официально было сформировано вертолетное спецподразделение 160 «Ночные охотники». Nightstalkers. Оно принимало участие во всех разведывательно-диверсионных операциях Пентагона. Гренада, Замбия, Панама, Персидский залив. Именно охотники осенью 1987 года потопили в Персидском заливе иранский танк «Ираджир», с началом операции против Югославии в марте 1999-го их по приказу президента Клинтона перебросили в Македонию. Заложники удерживались в американском посольстве в Тегеране в течение 444 дней, до 20 января 1981 -го года. Символично, что это был последний день президентского срока Картера, проигравшего выборы Рональду Ригану их освободили после дипломатических переговоров, а конкретно после согласия США разморозить некоторые иранские счета в американских банках. Каждый год в апрельские дни несколько тысяч иранцев собираются в пустыне, где закончилась крахом в прямом и в переносном смысле спецоперация «Орлиный коготь». Организаторы этих демонстраций говорили, божественное провидение всегда защищало иранский народ. Мы будем настаивать на нашем праве развивать ядерные технологии, поскольку победа всегда с теми, кто терпелив. Голли Малихаддад и другие ведущие иранские политики не раз советовали Вашингтону помнить, что случилось 25 апреля 1980 года. Свой вклад в освещение событий в пустыне Дештикивер внесло иранское государственное телевидение. В кофейнике дома иранцы с воодушевлением просмотрели фильм «Песчаная буря», посвященный провалу операции и Орлины коготь». Особое оживление у зрителей вызвали эпизод с песчаной бурей. Диктор прокомментировал его следующим образом. Песчинки, погубившие вертолеты и американских командос, были солдатами Бога. Именно они встали на защиту священной власти Исламской Республики. В случае успеха операции Орлины коготь», по мнению экспертов, Могла вызвать большое число жертв среди гражданского населения Ирана и привести к серьезному осложнению международной обстановки. Что касается сегодняшней позиции Тегерана, то, по словам его лидеров, страна не уступит под давлением США Владимир Ращупкин кандидат политических наук, лауреат премии им А.А. -а свечена первой степени газета Военно-промышленный курьер право на данный материал принадлежат военно-промышленный курьер. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.